с зеленкой попытался обнять, я взял эту баночку и вернул ему. Вот. Я думаю, что сегодня наиболее актуально я все-таки постараюсь выступить на сессии, потому что вопросы, которые я хочу поднять, они действительно важны. И они касаются неправильного распределения бюджета, они касаются такого, так называемого коалиционного заангажированного перераспределения средств. И этот вопрос очень важен тем более. Человек, естественно, попытался сделать так, чтобы выступление было сорвано. Но я думаю, что мой внешний вид теперешний не помешает мне выступить и обличить тем более несколько схем и неправильных распределений средств. Спасибо. А зараз я возьму слово. Я хочу заявить, что такие, с вашего дозволу, панове, які являються представниками сил, які працюють проти України. І не просто проти України, а проти нашого народу. Такі люди спонсорують війну, яка ведеться проти нашого народу, проти нашої нації. І я вважаю своїм обов'язком робити все можливе, щоб такі люди не ходили по моїй країні. Хай це навіть буде зараз сьогодні Зеленка, від якого я сам постраждав, дякувати цьому пану. Але ну все ж, я зробив все, що я можу, і буду робити ще надалі. Слава Україні!